Андрей Битов. Что было, что есть, что будет. История однолюба. Читает Васинина Татьяна. Давненько меня не было. На пыльном мертвом столе лежало письмо. Я повертел в руках пухлый конверт, по этому адресу мне уже никто не писал. Почерк показался удивительно знакомым, но воспоминание упиралось во что-то в прошлом и дальше не шло. Нет, нестерпимые усилия. Я разорвал конверт. В нем оказался еще один с перечеркнутым адресом, с ярлыком «не проживает». А в том, в свою очередь, как Кощеева душа, третий, невостребованный на столичной почте, со штемпелем возврата. Письмо всплывало ко мне из глубины слежавшихся уже в прошлом дней. Я отдирал слой за слоем. Последним оказался тощий листок. Письмо было на дурацком бланке какого-то отеля. «Сэр! Слышал, вы уже в престольном граде? Сообщи адресок, если имеешь. На всякий случай!» Ибо вскоре начнем непосредственную организацию подготовки к обсуждению проекта начала приступа к созыву встречи. Посему нужна будет оперативность. Надеюсь, тебе понятно, что мы graduated вот уже 20, прописью 20, не рублей, а лет назад. По предварительным данным, будет или дача, или отдельный зал одного из домов некоего творческого союза. Вчера забегал по этому поводу к небезызвестному тебе Леве Ову. Не застал. Он передает тебе множественные приветы. Сик! Засим Михаил М. По скриптум. День встречи Д равно Дэви 8 июня. М. Нетишатьев! Ах ты, Господи, хлопотун! Еще бы мне не был знаком этот почерк. На парте, через плечо, в чужую тетрадь. 20 лет тому! Память была почти пуста. Где он эти бланки-то раздобыл? Все такое же таинственность во всем. Значительные намеки. Всего лишь вечер встречи. Всего лишь. А 20 лет между тем прошло. Кто скажет, что это мало? А Лёва-то, Лёва Адоевцев, мой старый приятель, они опять с Митишатьевым вместе. Вот что интересно. Чем-то они всегда были связаны, враждуя. Что-то притягивало Леву в этом монстре. Что-то между ними было. Какая-то странная, тогда такая непонятная, такая прозрачная теперь история. С каким-то колечком. Так все изменилось. О любимом учителе вспоминаю с содроганием, о врагах с любовью. От кого-то осталась лишь слабая улыбка в полусветном коридоре. Но он-то и был самый лучший человек. Посторонился. Ничего больше о нем не помню. А его уже нет. В комнате запахло мокрым мелом, тряпкой, классной доской. Я помолодел на 20 лет! Кто скажет, что это мало? Если когда мне было столько, сколько Лёве, а Лёве было 17, то тех, кому сейчас 17, вообще не было. И им тем более невдомёк, если даже у меня стерлось, насколько все было другое, когда мы были такие, как они. Теперь уже требуется пояснить, что Лёва жил и учился в эпоху раздельного обучения мальчиков и девочек. То есть школа в наше, то есть в то время, была отделена от предстоящей по окончании жизни даже еще более, чем сейчас. Что говорить, и деньги тогда были другими, большего формата, но меньшего номинала.
Так что, когда я или Лёва мучился насчет раздобыть 50 рублей, то это не то, что 50 рублей сейчас, а так рублей 5 по-нынешнему. А вот то, что 5 рублей теперь, ни для кого не серьезно, а 50 тогда могло быть очень даже для нас серьезно. Этого уже совсем не объяснишь тому, кто этого не помнит. Время.